Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Новый учебный год восьмиклассник Никита начинает в противогазе. В гимназии номер 3 уроки безопасности в День знаний проводят не учителя, а сотрудники МЧС. Рассказывают, зачем нужна химзащита и как нужно ее надевать. Аккуратно на руку, силю подбородок, назад, заворачиваем. Ну-ка. Так, вот. Будет правильно, но только до конца не дошел, поэтому шибко можем его. Лучше всего запоминается теория, подкрепленная практикой. Знания по ОБЖ в жизни точно пригодятся. И прогул такого урока может угрожать жизни и здоровью. Поэтому школьники настроены серьезно. Эти уроки нужны для того, чтобы знать, как вести себя в экстремальной ситуации. То есть, если произошел пожар или обвалился дом, или наводнение. То есть они тебе спасают жизнь, если ты знаешь, как правильно, что правильно делать в таких ситуациях. У сотрудников МЧС к школьникам разных возрастов адресный подход. Малышам рассказывают, что со спичками играть нельзя. Старших учат правильно вести себя в случае ЧП. До учеников доводим информацию по соблюдению требований пожарной безопасности. Напоминаем основные требования пожарной безопасности. Напоминаем порядок эвакуации в случае пожара. Также проводим эвакуацию учебную в случае возникновения пожара. Урок проходит в режиме вопрос-ответ. Разбирают жизненные ситуации и вместе принимают решения, какие действия предпринять. Каждый год сотрудники МЧС к нам приходят, проводят вот эти уроки безопасности, привозят свою технику, показывают, какое оборудование есть у сотрудников. Но привлекают как можно больше заинтересованности ребят, чтобы они понимали, что жизнь и безопасность в их руках. Веселые уроки для школьников третьей гимназии продолжатся. Сотрудники МЧС обещали провести для них учебную тревогу и на практике посмотреть, чему ребята научились. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.